Всем привет, дорогие друзья и подписчики. Это необычный для меня формат видеоролика, потому что я снимал каждый день и выкладывал каждый день видеоролики. Но сейчас я решил сделать маленечко по-другому. Я буду снимать тоже каждый день, но буду делать два ролика в неделю. Выходить они будут вторник и в пятницу в 17:00. По МСК, по Москве, то есть по московскому времени. Так что обязательно смотрите, не пропускайте. Видео будут интересные и познавательные, потому что я буду рассказывать и о дрессировке, и о воспитании, и просто жизнь, как я ухаживаю за собаками. В общем, я думаю, вам будет интересно на это посмотреть, потому что вы это просите постоянно. Здесь и будет и Майя, и Мирана, и Конор, и Чак, в общем, все мои собаки и также другие собаки. Так что обязательно смотрите, я буду для вас стараться монтировать, буду качественно делать видео, обязательно смотрим. Но сегодня у нас просто очень холодная погода опять. Я вот смотрю другие видеоролики других блогеров, то что у них тоже погода довольно-таки плохая в этот год. Это зима очень холодная, много снега нападало, почти каждый день выпадывает. Вот, и сейчас тоже вот минус 25 у нас, я посмотрел по погоде, и руки прям очень хорошо мерзнут. А сегодня мы в планах у меня прибраться, конечно же, у Майи в вольере, по той причине, потому что я уже давно не прибирался, все было как-то не до этого. Но сейчас надо конкретно заняться и Майей, и вольером. И я хочу, возможно, даже перевести Майю в помещение, по той причине, что реально очень сильно холодно, она замерзает. То есть будка неутепленная, несмотря на то, что она хаски. А вы скажете, хаски это типа она сибирская, да, сибирская хаски, она создана для такой погоды. Но тем не менее, как я все равно за нее переживаю. Видно, как она трясется бывает от мороза, поэтому я сразу ее загоняю в помещение. Ну а сегодня мы приберемся у нее в вольере. Майя, Майя, иди сюда. Майя, иди сюда, вон она. Маюха ее видно. Привет, привет, Майя. Уберемся у нее в вольере, чтобы у нее было чистенько, она все уже закакала тут. Да, Маюха, приберемся у тебя. И пока что ее загоним в помещение в наше. Пускай она там греется, а то очень сильно холодно. Давайте приступим к уборке. Да, довольно-таки такая интересная ситуация получается. На улице минус 25, а мне жарко. Вот значит, что значит работать. В общем-то, где-то я 2 месяца тут не убирался, и тут очень много настыло мочи. Майя писает, и она настывает, настывает, и получается лед такой, корка льда. И вот сейчас я ломом отбивал, отбивал, но все убрал вроде бы. Так, когда начнет таять, буду постепенно все убирать. В общем-то, не знаю, что делать с будкой. Будка холодная. Вот, думаю, буду в скором времени утеплять. Но пока что Майя будет у нас находиться в помещении.
где находится Мирана и Конор. Сейчас она, я туда ее отвел, она там сидит сейчас, ждет меня, когда я приду. Тем временем у нас топится во всю печка. Я утром затопил, чтобы тепло было и ранее, и Кондору. Сейчас Майя у нас тут находится. Вон она возле двери такая невинная сидит. Не знает, что делать. Вот. Сейчас будем знакомить Конора и Майю. Я думаю, это будет вам интересно посмотреть. То есть все будут в сборе. Будет и Мирана, будет Майя и будет Конор. Сейчас их оттуда вон с двери выпускаю, где они находится. Он Конор уже переживает там. И будет знакомство у нас. Я думаю, вам будет классно и интересно. Смотрим. Вот у нас Маюха. Майя, Маюха. Скажи всем привет подписчикам. Ура, ура, Маюха. Так, пойдемте выпустим. Конор вон сидит там. Все, надо тоже у них убираться там. Так, нет. Не, Майя, нельзя. Нет. Я всегда вот так делаю. Нет. Можно, уходите. Сразу не вылетайте. Мира, можно иди. Можно иди. Иди, иди. Так. Открываем. Ну что тут у нас? Бригада. Бригада У, блин. Знакомство, знакомство. Как у нас проходит? Ну смотрите, Конор-то. Знакомится с Майей. Так, так. И вот тут у нас три собаки. Миран тоже по Майке соскучилась. Вот ты, ё-моё. Мельчишат, мельчишат все. Конор, знакомься, знакомься с Майей. Майя тоже все интересно. И бригада, бригада У. Бригада собак. Три гада. Три гада. Так, так. Интересно, интересно. Майя интересуется Конором. Конор. Мирана что-то нашла. Конора, Корн. Так, все маленько успокоились. Это прям замельтешили все. Конор свою переноску забежал. Я его приучаю к ней, как вы знаете. Только Мирана нет. Начинает прыгать на Майю. Доминировать над ней начинает. Она доминантная у нас собака. Ротвейлеры вообще, в принципе, они характерные доминантные собаки. Сейчас будешь есть, Мирана. Буду кормить и Конора, и Майю, и тебя. Не переживай, он к столу лезет, где я готовлю. Конор, там не лазь, там провода. Молодцы мои. Молодцы. Хорошо. Конор, Конор, нельзя там лазить. Конор, иди сюда. Конор. Конор. Ада сюда, Конор. Нельзя прыгать на меня. Нельзя, Конор, прыгать. Нельзя. Мамка твоя же не прыгает, она он ласкается. Либо. Нет, нельзя, Конор. Нельзя, Конор. Садишься, начинает прыгать. У меня собаки. Да, Мира? Так вот они ко мне лезут все. Мирана ложится. Хочет играться, хочет собак. Собака хочет играться. А Конор сразу хочет есть. Ну, Мирана уже молока нет. Что такое? Что происходит? Что происходит? Что происходит?
идет. Мирана играет со мной, все начали со мной играть. Мираша, девчонка. Ты соскучилась, да? Соскучилась за ночь-то? Ну так, Майя, иди сюда, Майя, дай сюда. Молодец, Маюха. Маюха, и Конор еще, Конор, иди сюда. Ну-ка, нельзя. Ты подоминируй мне еще. Нельзя доминировать. Все, ложи. Легла и лежи. Будешь мне тут доминировать над Майей. Все, лежи вот так вот. Ротвейлер. А это маленький ему ротвейлер. Да? Маленький ротвейленок. Весело с ними. Нюк, дай меня. Все, чука, все, чук. Нельзя баловаться. Сегодня у нас уже 18 число, поэтому скоро Конору ставить надо прививку, буквально через 10 дней. И вот сейчас надо его проглистогонить обязательно перед прививочкой, перед вторичной. Там уже будет у нас от бешенства идти прививка. И сейчас мы его проглистогоним. Конор у нас, кстати, весит 9 килограмм, поэтому мы даем ему 3 миллилитра, потому что у нас 1 миллилитр идет на 3 килограмма. Собаки, щенка в данном случае. Я уже набрал, вот у нас 3 миллилитра. А, видно, не видно. Вот так вот, я думаю, будет лучше. Вот. Вот такой вот у нас препарат. Сейчас Конору мы дадим. Конор, айда сюда. Айда сюда, айда ко мне. Айда сюда, пацан. Давай, кушай. Ну, давай, ты любишь кушать, я знаю. Давай. Помаленьку даю, потому что если сразу таз заправить, то собака просто выплюнет. А сейчас он будет бегать будет и есть ее. Конор, айда сюда, айда еще дам. Айда еще дам тебе. Не хочет больше. Конор, айда сюда. Айда сюда. Айда сюда. Давай. Вкусненько. Вот так вот. Все, молодец. Вот такой вот у нас пацан. Все. Проглистогонили. Через 10 дней поедем с тобой. Примерно через 10 дней на прививочку поедем. Сейчас еще надо будет нам записать в его ветпаспорт, что мы поставили... Точнее, проглистогонили щенка, какого числа и какой препарат. Потому что потом это будет все смотреться, когда он полетит на самолете к себе домой. Да, Конор? Ты мой хороший пацан мой. Такой вот у нас хороший щенок. Так уже полюбил его, уже никому не охота его отдавать. Но придется он... Люди уже его ждут. Да, Конор? Ну, хороший. Иди гуляй. Все.
поставили. И сейчас мы будем прописывать ветпаспорте. Пойдемте. Вот у нас в ветпаспорте написано обработка от эктопаразитов. Пишем сегодняшнюю дату, когда мы дали щенку. Сегодня у нас 18.02.21 год. И название препарата. Название препарата нам достаточно просто отклеить наклеечку и приклеить. Так, здесь еще надо будет поставить роспись ветеринара, то, что он заверил, и печать обязательно. Вот такой вот мы препарат нашему Конору ввели, чтобы не было паразитов. Это надо обязательно сделать. Все так. Такой ветпаспорт. Такая, кстати, у нас прививка у Конора. Сейчас покажу. Первая, которая была. Вот такая вот прививка. Набивак DHPPI. Такая вот серия и годен до какого числа. Вот, и сейчас потом поставим, получается, от бешенства. Еще прививочка у нас будет ставиться. Это вроде бы здесь она ставится. Вот, так что потом вам все покажу обязательно. Сюда. Конор. Так, такой носочек. Собаки у нас тут. Майя, иди сюда. Майя, айда сюда. Майя, иди на место. Тебя никто не выпускал, иди. Тебе никто не разрешал. Конор, айда сюда. Айда, иди на место. Иди, все. Вот так вот. Так, теперь у меня собаки там в тепле. Там самое у нас теплое место. Там у нас сейчас плюс 20, я натопил очень хорошо. Очень тепло. И собаки вместе, потому что на улице минус 40 будет ночью. Я Майку тоже сюда. Она спокойно относится к собакам. Мирная девчонка у нас она. Хорошенькая, поэтому все будет нормально. Девчонка очень умненькая и спокойная. И Конора хорошо, к Конору хорошо относится. И Конор с ней играет. Заодно, ну, вы видели видео, как он играет с ней. Да, Конруха? Все. Спите, а то холодно. Собак я выпустил погулять, побегали они сейчас. Мираша с Майей. А с Конором позанимался. Ему дал вот лекарство. Да, Конрух? Да, скажи. Вот такой вот у нас видеоролик получился. Кстати, это первая часть. Жизнь с собаками. Обязательно смотрим следующие части. Там надо будет обязательно подстричь когти. Миране, Майе. Майю хочу, кстати, помыть. Но это будет в следующих сериях. Так что обязательно смотрим. Видео, как я уже сказал, будут выходить у нас каждый вторник и пятницу в 17.00 по МСК, по Москве. Так что обязательно смотрим. Буду стараться для вас. Если вам нравятся такие видеоролики, обязательно пишем в комментариях. Также задаем вопросы. В конце каждого ролика я буду отвечать на ваши комментарии. Как минимум топовые 3 комментария буду на них отвечать. Так что в конце каждого ролика будет вопрос-ответ. Так что задаем. Кому какой-то, допустим, интересен вопрос, или у вас такой же вопрос, обязательно нажимаем, лайкаем его, и чтобы он поднимался вверх. Я самые топовые вопросы буду на них отвечать. Так что обязательно пишем. Ладно. Надеюсь, такой ролик понравился. Подписываемся на канал Денисыч. Здесь будет еще много видео таких, так что подпишись. Ладно, я пошел топить печку. Всем удачи, всем пока.